Привет всем, дорогие мои подписчики, зрители Ютуба. В сегодняшнем видео я вам хочу показать мои покупочки с магазина Zara. Все покупочки, которые я буду показывать в этом видео, я покупала со скидкой. Но для начала я вам сразу хочу показать чек вот этого свитерка, который сейчас на мне. Я покупала этот свитерок в магазине Benetton. И начну я, пожалуй, с вот такой вот кофточки с магазина Zara, серого цвета, вот такой вот свитерок миленький, качество так себе, потому что я поносила уже этот свитерок, и хочу сказать, что, вернее, я вам покажу, что он немножко затирается где-то, вот. Вот этим мне не понравился вот этот свитер, а сам дизайн этого свитера мне понравился, поэтому я думаю, что... носить я его буду с удовольствием. И, значит, показываю вам. Следующее, что я вам хочу показать, это второй свитерок. Я не знаю, почему я взяла размер M. Наверное, потому что мне хотелось, чтобы немножко был он такой свободный. Сейчас модно носить такого типа кофточки. И вот такое вот платьице я тоже прикупила в магазине Zara. Очень сильно я хотела платьице, скажем так, с такими вот рукавами. Очень мне понравилось. Я очень довольна осталась. За всю эту покупочку я заплатила 49 евро 94. Следующая покупочка с магазина Zara, это вот такая вот кофточка и, значит, тоже вот такая кофточка с длинными рукавами. Заплатила я за эту покупочку 23 евро 90 . Вот в таком большом пакете я покупала, значит, курточку для себя. Вот она. Вот этот мех снимается, в общем, можно снимать спокойно, видите, поэтому можно носить с мехом, можно носить без меха, этот мех искусственный. Накину на минуточку, просто чтобы вам продемонстрировать, так вверх, тоже видеокамеру дергать не буду, когда-нибудь сниму. Вот такая вот простенькая курточка, кстати, там в середине перья настоящий пуховик, очень теплая. И стоила она, вот если я сразу буду здесь срывать ценник, это еще не продавались со скидками в магазине Zara, и когда я сорвала этот ценник, видите, сколько стоит? За 49,99 евро я купила эту курточку. Продолжаю дальше показ моих покупочек. И покажу я вам вот такой пакет. В этом пакете
Значит, такая вот безрукавка для мужа. Мне понравилось. Ничего особенного, но заплатили мы за эту безрукавочку. Здесь очень часто молодежь носит такие безрукавки на рубашку. Накидывают вечером, скажем, весной или летом, если холодно. То есть везде. И следующий мой пакет. Которые я вам хочу показать, что там. Леггинсы, штаны, леггинсы розового цвета. Розовенькие леггинсы, которые я прикупила для себя, очень хорошо смотрятся эти леггинсы на мне. Думаю, что сделаю я аутфит и обязательно сниму видео. И вторая покупка это платье. Это платье, здесь уже молния расстегнутая. Очень красиво это платье смотрится на мне, девочки. Мне так понравилось это платье, тем более цена такая была. Красавящаяся. Вот мой чек. Последний большой пакетик моей покупочки в магазине Zara. Что в нем, сейчас мы узнаем. И первое, что я вам хочу показать, это платье. Черное платье, элегантное черное платье. Еще одно платье. Мне очень сильно понравилась расцветка этого платья. Я это платье буду носить и с джинсами, и с леггинсами. То есть, тоже, я думаю, надо будет сделать мне аутфит и показать вам. Еще одно платье. Вот какое.
сказать несколько слов про размер, который я ношу. Как вы, наверное, уже заметили, что платье, шортики я купила размер XL, самый маленький размер. Это означает, что такие размеры в моем возрасте 35 лет, я думаю, что редко кто носит. Я даже не стесняюсь говорить, сколько мне лет, потому что не вижу в этом ничего плохого, скрывать свои реальные года. Мне 35, ношу XL, я генетически худая, это у меня по генетике передалось от моих родителей или, наверное, от моих дедушки и бабушки, и прадедушки, и прабабушки. И некоторые комментарии писали под видео, когда я делала видео с моей дочерью Светланой. Это видео мы снимали в Украине про марку Flavio Castellani. И кто-то пишет, что какая у меня худая дочь, то, может быть, проблемы. Проблем у нас никаких нет. Мама худая, дочь худая. У меня братья и сестры худые. Мы нормально питаемся. Мы много кушаем, кстати. Очень-очень я много кушаю. У меня много денег уходит на продукты. То же самое, что и муж мой. Он не худой-худой. Он хорошего сложения, то есть у него хорошо сложено тело, худенький, но он тоже много кушает. Есть такие люди, которые нормально питаются, но всегда остаются худыми. Я рада, что я вот такая, что дочь у меня генетически такая. И это, кстати, может быть, она чуть слишком худенькая, но ей пока 14 лет, и 14 лет я тоже выглядела так, как выглядит сегодня моя дочь, ее года. Поэтому не переживайте, потому что кто-то так очень сильно переживал, писали мне комментарии, не переживайте, у нас все нормально. Пальто светлое, белое, я бы сказала, кремовый цвет. Я хотела такое пальто, легкое это пальто. Под это пальто надо что-то одевать тепленькое, чтобы греться, потому что можете замерзнуть. И если, конечно, весной, можно одеть его на платье, но если сейчас, когда выпал снег, холода, то я показывала в моих видео вам пуховичок с магазина Benetton. Этот пуховичок коричневого светлого цвета. И я специально купила этот пуховичок, чтобы одевать под это пальто. Я думаю, что надо будет все-таки сделать мне аутфит и показать, как я буду носить этот пуховичок вместе с этим пальто. А сейчас я вам хочу показать чек моей покупочки, но в эту покупочку еще прилагается белый зонтик. Я этот зонтик показывала в моих видео, и мне кажется, я чека не показывала этого зонтика. Но здесь вот внизу 3,99 € цена этого зонтика, поэтому вместе с зонтиком вот такая вот.
Вот вы уже цену, наверное, увидели. Белый зонтик. Очень такой интересненький. Мое видео подошло к концу. Показала я вам мои покупочки с магазина Zara. Я надеюсь, что вам было все-таки интересно посмотреть на мои покупочки. И что ж, с вами я сейчас попрощаюсь. Пожелаю вам всего самого наилучшего. И встретимся в моих следующих видео. Я желаю вам всего самого наилучшего, дорогие мои. Я всех целую. Пока-пока. Пока.